1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аккуратнее, торопыга. Что ты делаешь, папа? Да ничего, сижу вон в телефоне, ковыряюсь. Скукотища, давай лучше какой-нибудь челлендж устроим. Тому же этих челленджей столько устроили за последнее время. Какие-то они все одинаковые, нет? Если честно, мне с буквами не понравилось. Мне больше нравится по цветам. А мне кажется, что и многим ребятам больше нравится по цветам. Потому что те челленджи, где по цветам, лучше смотрели, чем те, где по буквам. Ну вот, давай тогда и по цветам устроим. Я выбираю зеленую. Так, ну если по такому принципу ты выбираешь зеленый, тогда я выбираю синий. Время ограничено. Беги, беги. А около меня уже тележка есть. Не сильно-то я и оторвался от него. Вот и папа торопился, а у меня тут все зеленое есть. И кола. И спрайт. Все беру. Первые две моих покупки. Так, синее-синее. Ребят, первое синее, что мне приходит на ум, это макароны в синей упаковке. Я пока возьму, но это, согласитесь, скукотень. Пойду-ка я в отделы, которые вы больше всего любите. Так, пока я не дошел до отделов с чипсами, с лимонадами, с шоколадом. По дороге возьму кукурузные палочки. И где-то здесь был попкорн. Ну, например. Ну, вот такой. Синий, синий. Берем. Так, кукурузные палочки. О! Целых две зеленых покупки здесь. Пойду попкорн искать. Так. А здесь попкорна зеленого нету. Ну тут есть какие-то мутовые палочки. Зеленые, зеленые. Берем. О, и кофе целое. Маленькую баночку возьму. Я специально маленькую беру, потому что мне много кофе нельзя. О, кофе я взял, и чай можно еще взять. Зеленый, зеленый, берем. Пойду дальше. О, зеленая шоколадка. На, папа, можешь времени тратить, я уже все равно выигрываю. Спасибо, конечно. Да. У Федора Сергеевича покупок уже побольше. Ладно, не буду время тратить. Что-то помедленно, ребята. Ладно, я вам обижал шоколадки еще там. О! Конфеты в зеленой упаковке. О, еще вот эти шоколадки есть. Тоже берем. И тут зелененькая. Что тут еще есть? Хм, ну думаю, за синее сойдет. Так, фрутелки синенькая упаковка. О, Бон Пари. Так, Бон Пари тоже синенькая упаковка. Что еще тут у нас? Трюфельные шоколадные конфеты. Не, буду набирать, потому что заглянул к Федору в тележку. Полная тележка. А вот и Milky Way. Тебя-то я и искал. Так, надо еще пару шоколадок взять. Так, ну такая у меня есть. Вот такой у меня еще нету. Вот такую я возьму. Вот такую шоколадку я еще, ребята, тоже возьму. Что еще у нас тут? О! Темно-синяя, но синяя. Пора переходить в отдел с газировкой. Так, лимонады, лимонады.
Ну, традиционно, конечно, пепси-колу возьму. И что, на этом все? Что-то там папа задумался. Ладно, пойду в соки. Так. Тут очень много зеленого. О, сразу добрый нашел. А нет, томат я не люблю же. Вот, беру вот это. Так. И вот этот. О! Странно, ничего нету. О! Сочный виноград. Зеленый, берем. Так, еще можно здесь что-нибудь найти. О! Крекеры зеленый. Берем. Да. Ого! Это голос Федора Сергеевича, а там отдел с соками. Там ведь много всего зеленого. Ладно, хватаю этот лимонад. Отбиваюсь минеральной водичкой. Надо еще пару бутылочек. Ну, например, вот эту. И пойду тоже в сок загляну. О, а сам Федор уже куда-то убежал. Так, ну ладно. Пока мы возьмем сок, мы по дороге возьмем печеньки Орео. Так, что у нас еще синенького? О! Печеньки, крепышок, тоже синие. Так, ну с соком тоже сильно, выбор невелик. Брать, что ли, просто по вкусам каждого разного? Я думаю, что Федор Сергеевич так и сделал. А чем я хуже? Вот, уже подзатарились. Ну, теперь пойду в чипсы схожу. Так, время заканчивается, ребята. Надо брать чипсы. Зеленые. Зеленые так. Возьму еще. Зеленые. Эти тоже зеленые. Ух ты! А вот где я тебя нашел. Тоже в отделе чипсов, да? Да, папа. Время уже заканчивается. Ты не успеешь ничего взять уже. Точно. Так. Аккуратнее, торопыга. Да некогда тут аккуратничать. Фух, вроде успел что-то взять. Ну что, можно считаться? Да что тут считать? Я победил 100%. Сейчас, подожди, я свое положу и посчитаем обязательно. Я думаю, даже ребятам интересно, кто сколько продуктов смог найти. Ладно, начинаем со своих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Да, папа, ты разошелся не на шутку. А то! Просто мне кажется, что кто-то заранее про цвет уже все придумал. Не отвлекай. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Фу, столько, наверное, еще никогда не было. 22, 23, 24, 25, 26. Опа, 27. О, с Бэтменом 28. 28 покупок. В принципе, мне и твои покупки нравятся. Ну, давай посчитаем мои для интереса. Конечно, посчитаем. Ребят, ведь для этого мы челлендж устроили. Подавай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ничего себе! Федор Сергеевич, а я тебя переиграл. Да, ты выиграл. Но признай, что ты схитрил и цвет придумал заранее до того, как мы решили устроить челлендж. Ну да, признаю. Мне и твои покупки нравятся,
Поскорее пошли на кассу. Ох, этот Федор устроился. Вечно у него беспроигрышные варианты. Пошли.